Космос. Как твое драгоценное здоровье? Ну, честно сказать. Могло бы быть и лучше. Ну, я вообще. Что так нервничаешь? Лучше, чем был. Один раз. Один раз. И второй один раз. Очень рад. И третий один раз. И третий тоже один раз. А четвертый. И раз. Ну, колеса тебе уже подогнали, да? Можно мне? Чего? Чего? Валерия. В смысле, Валерия? Я видел. Нет. Эй, я пошутил. Чё пошутил? Он ушел из нашей звезды, да? Я пошутил. Эй, бабуль. Прибулась. Батька, как твое здоровье? Дай бог тебе жизнь много-много-много и хорошего. Это только гребешь. Ты где был? Сколько там? Три недели, да? Больше трех недель? Почти месяц. Почти месяц, ну. Да безумие. Ну они у тебя сейчас, ты в полиции был, они у тебя спрашивали хоть это, что ты в розыске, говорили тебе или нет? Что начал пить, эй? Пипец. Слышь? Юрий, капец. Адвокат. Работа полиции нашей, да? Они посмотрели, как меня пускали как чужие с фанфарами. Фанфарами. Иди только отвезу. Я говорю, бабушка. Я говорю, отвезу, пацан. Вот ты мне скажи, Дадалет, через сколько, если я вот буду жить на улице, вот такое же состояние, через сколько я буду? А это просто будет пара. Это зависит от меня, да? Можешь, блядь, через это месяц, зависит. Можешь через пару дней. И уже все, кончено. Нет. Он не кончен. Я вообще говорю. Не надо вообще говорить. Бля. Выбирай слова. Знаешь, он, кто... Одень ему испанский воротник. А что, за сколько балалайку купил? 1200. Ты понял? Можно быть человеком и полгода жился на улице. А можно быть кончено в 6 лет. У Маньки тихий час. Она поймала свою волну. Она в этом сам. Борзук, можешь сдадить ему фигурный сад, чтобы Лея сам сдавил? Да. А тебя сегодня никто не видал еще? Больше никого не видел? Башка не работает. Башка не работает? Ты вчера приехал, да? Где взял? Где ты меня ждал? На Боровике. Мне сказал, какой. Это мы пойдем. Он тебе звонил. Юрист. Рома. Нет. Немецкий автор. Другой. Ну мне Рома звонил, смс-ку присылал, что ты на Савеловской. Рома потом. Я уже сказал. Если мы здесь. Я говорю, так не нравится. Бульба. Наливай, ебарса ты. Я
Ты мне научишь гитару или нет? Да ты уже умеешь. Сделай, бля, вот ты вот, бля, пару тройку парочки жестов, да? Чтобы, бля... Ты уже умеешь, песни учи и пой. Он на баре не умеет брать. Ну на баре, баре можно брать. Без баре пока обойтись. Глаза зарезала. Наоборот надо играть. Ну что, спину так тебе не долетели до конца, да? Нет. А что тебе там это вообще, почему так долго держали? Или ты сам все-таки? Нет. Отлежаться захотел? Или корону приписали? Не, а что, могли нефиг делать? Как корону, блядь? Прикинь? 10 палатов. 10 палатов, 8, блядь. Колумна это. Не корона ведь, а вторая хуйня. Какая вторая? Ты умеешь их? Когда не надо, блядь. Их возь, блядь. Оно ж полотворяет. Я говорю, а мы чё? Пацаны, ажди. По сравнению с ними у вас всё заебись, да? Кровь, блядь, каждый. Я говорю, слышь, у меня всё кровь, блядь. Ну они, может, бухали твою кровь? Похмелялись, блядь? Вот беру я. 100 грамм слили, буханули, блядь. А там, кстати, кстати, одна, короче, вчера я смотрю, тык-тык ко мне. Я застрелил. Она, блядь. Как у тебя? Я говорю, ну негде. Она говорит, что негде. Короче, зафоловал ты там медсестру, да? Бля, ну короче, Саня, я не говорю, ты бы увидел, а тебя бы не было. А кто меня не держит, я минимум разговариваю. Ну тебе все там уколы, капельницы, все, да, сделали? Капельницы каждый день. Каждый день капельницы? Они могут утром ебать, могут вечером. Вечер мне больше тебя бесил. Только там собрались буханы, шкафельницы. А что, там было бухло, да? А хуй магазин. Тот, который, блядь, не знаешь, не говори никогда, блядь. Или давай научи, нахуй я его у него спрашиваю. Сейчас слушаю. А еще бойдешь. Не знаю я ничего, бля, хули мне говоришь, бля. Я тебе чего? Ты чего? Успеет. Ку-ку, бля. Может, я умею, бля, я делаю. А я сразу. Тот, который знает. Почему я его третий раз говорю, блядь? Че у вас случилось? Че за спор? Он мне, блядь, научит. Хотят научить на гитаре играть. Вот так делаешь, вот так делаешь. Я говорю, а ну-ка покажи мне, блядь. Это вискарь, наверное, тебя налили. Это виски? Да, Джеймисон с колой. Это виски с колой. Убить меня хочешь? Не разлей, не разлей. Космос пьет виски.
Пей до дна, пей без промаха. За вас, за всех, за все хорошего. Молодец, красав. Красавчик, потом сам же пизданёшься в эти стекляшки. Ты попробуй вот, ты попробуй вот это, так и делает белорусы. Тебе Лукашенко сразу закроет на 15 секунд. Я серьёзно говорю. Попробуй пучки кидай. Давай за ней, Нормально выглядишь, блин. Сейчас опять через неделю будешь, да? Эх, мама, не горюй. Все, уже вот 20. Эй, как играется, Саня? Вот это. Точно, что он сказал? Давай за ней. Давай за жизнь. Давай. Держись, брат, давай до конца. Давай за вас. Как-то давай, давай, давай. Давай за нас. Давай за вас, давай за нас. Беда Сибири, беда Кавказ. Вот так, да? Да, любой. Это про спешно. Да, любой. Любой. А, нет, это не пойдет. Саня, я тебе говорю, да? А. Там что говорил, я курировал. Эй, ребята. Что было? Курировал я работал. А, курьером работал? Ну, ну, говорил, да. Ходите нам. Я хуел. Бедолага. Как приехал. Такие, какие вы. Я на ухуе. И я такой винтай, блядь. Это про кого? Да, групп. А, про Любе? Или про кого? Не, не понял. Не Любе. Сейчас у меня. Блять. Да она же современная. А там мы отдыхал в лагере. Он в Клинских. И одного и второго. Клинских? Ага. Не понял. Ну, такие у нас сегодня добрые посиделки. Гитара, виски, кока-кола. Кока-кола есть, а у нас водка нет. А водка-то есть, не у нас, а в магазине есть. А у нас деньги. А кто-то деньги не дает, а у нас деньги вообще нет. А есть Вон кого тащишь, честно говоря. Внимание! Дай хоть так тебя сниму, блядь, а то не увидим. Лет 18. Пожелайте ни пуха, ни пера. Костяшкину нашему. Пошел я на суд. Ставьте лайки. Если меня потеряешь, то не надо упомянуть. Часов до трех, если не вернешься, да? Ну, да. Нет, приговор там, не приговор, когда будет. Они могут приговор на завтра вообще перевести. Да, может быть, да. А завтра какой день у нас? Пятница. Нет, сегодня. Теперь резко дает, да. Нет, Верховный суд, они сразу выйдут. А ну там свой радикт они вышли. На полчаса там сразу хуяк. Там Талмуд такой, блядь. Ну 158-й первый, блядь, такой Талмуд. Как можно столько написать в бумаге? Там тебе приписали, наверное, паровоз какой-нибудь. Ну. Бронепоезд, блядь. Я бронепоезд один, блядь. Без прицепов. Без прицепов, блядь. Прицепы мне не нужны, точно, блядь. Я всегда соберу это все, беру на себя. Даже с кем-то вдвоем, нахуй, впереди. Я в одного пойду. Меньше дадут, но пойду, что все нормально. Да, группы лица это вообще было. Уже. Там уже вторая часть. Да, автомат. Ты давай повторились. Давай, повторяй, я погнал. Пойдем, я тебя провожу, я к метро тоже, пизду. А что тебе не снимать? Тебя уже надо снимать.
Ты уже звездой скоро станешь. Тебе уже не знать. Ты уже с бородой стал. Помню, Алина. Только не надо. Короче, что мне вызвали? Надо мне два вагона. Все начнется. Ты че, судья, там охуела, блядь? Я включилась, нахуй. Попутала, нахуй. Где судья у меня там хороший. И прокурор хороший. Не кровожадный. Из меня это дойду, что самое главное, то есть нормально было. Что давай не задерживай, там вроде. Они сейчас мне говорят, я к ним проеду, там мне туда будет достаточно пускать. Давай пропускать, давай дальше. Прошу, пожалуйста. Дай Бог, чтобы до вечера, чтобы приехал обратно. Маленько, не пухай, не пухай. Еще раз газели покажи свою, чтобы он увидел еще раз хотя бы. Нет, не поменять надо. Закрой Степан. Мало ли, что потом уже не увидит. Прикол, ночью, прикинь. Пошла ссать нахуй. Ну за дерево встань, блядь. Нет, она ко мне, блядь, своим лицом, блядь. Не стой, а сыт нахуй. Я это урод ебал. Маня, у тебя какой переключатель там стоит? Автомат, да. А потом на заправку понял. Выхожу, а она стоит прям, там две газели стоят, да, ну, блядь, ну встаньте за газели. Да? Нет, она, блядь, на заправку направила. Огонь, блядь. Я там, я ржал, блядь. Кормили, вывернула. Ну, открываешь, там окарашка черная. Там окарашка висят, блядь, барабли висят, нахуй. Мы сидим там, блядь, она сюда пошла, блядь. Прямо, блядь, на нашу сторону, из жопы, блядь. Ну, гнома этого повернула. Гнома. Блядь, я прикинь, я сейчас сниму вот так вот. Пиздец, он судья. После судья не пожалеет. Наоборот, да. Кепку сними, маску сними, да. Там пара танкистов Китай нахуй. А у меня нахуй, блин, обратно. В адвоката. Потерпевший, кто? Держи, держи под матчей. Да, еще белевый подкинул, блядь. Пойдем, а то потеряют, да. Давай, удачи, братишка. Я зайду еще, ребят. Желаю только удачи. Материте меня, материте. Материте его, материте. А то иначе удачи не удачи. Че там? Ты что, мне еще пройти надо, блядь? На вот это отделение. Это вот здесь, где зубная поликлиника, да? Ну вот отделение. Ну, они тебе сказали, куда подходить, или прям туда, в отдел зайти? Вот, тут два отделения. Один участок, а одно отделение. Не нужен участок. Не, ну я волнуюсь. Понятное дело. У меня же РЦД хуярит. Вот из-за этого РЦД у меня же судимость не погашивает. А у меня еще 10 лет не погашивает. Ну, блядь, статья уже сюда. Та, прошлая, блядь. Пиздец. Не, ну я думаю, блядь, мировой суд. Тогда бы, блядь, уголовное бы сделали, да, правильно? Ну да. Если закрыть, то закрыть. А я не теряюсь, ничего. Паспорт сделал, блядь. Сейчас скажу, ну, у меня есть на работу, куда устроиться, есть все. Блядь, я не могу с совка уйти, так, блядь. Мой номер телефона, дай,
скажем, мой работодатель, пусть звонят. Я им причешу что-нибудь. Скажу, у меня работает первый работник. На премию идет. А не, братан. Как Бог распорядится, так и будет. Ну да, сам там не газуй. Не. Я-то что призывать не буду. Да, да, нет, нет, что. Вот сюда они сказали подходить, нет? Ну да, вот здесь. А я здесь пройду? Я не знаю, я в прошлый раз проходил здесь. Нет, уже не пройдет. Ворота пойдут. А, сейчас закрыто там ворота. Сейчас назовите. Все позагородили. Ну, что это, чтобы меня пропустили. Он же хотел, башка приехать. Ребята, во вторую инфекционную приехал поинтересоваться, нет ли здесь нашего космоса. Сейчас мы спросим. Я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием «Кратким Русь». Московский озорной гуляка. Какая клумбочка тут красивенькая. Ой, все так ярко. Какая погодка, ребята. Просто высший пилотаж. Огонь. 8 утра. Москва Золотоглавая. Что-то я на улицу выпался, бля. Поднялось настроение. Я не спал всю ночь. И прям мне что-то неохота. Ну, к обеду меня расколбасит по-любому. Поэтому у меня еще часа четыре бодрствования.